Всем привет! Сегодня я покажу, как легко и быстро можно приготовить рыбу с овощами. В холодную емкость укладываем слоями лук, чеснок, прям такими дольками. Паприку порезала соломкой. Цукини порезала такими шайбочками. Соль. Перчик. На овощи уложила 0,5 кг замороженной трески, посолила, поперчила. Полить немножко оливковым маслом и укладываю на каждый кусочек рыбы сливочное масло. Закрываю крышкой. Плиту включаю на 4, одеваю сторож и ставлю программу «Морковка». Сигнал. Убираю сторож. Выключу я плиту, когда стрелочка красная дойдет до второго окошка морковки. Красная стрелочка дошла в поле 98 градусов. Я выключаю плиту и даю постоять на выключенной плите 10 минут. На стороже я могу поставить это время. Нажимаю на плюсик, загорается 10 минут. На середину высвечивается колокольчик. Через 10 минут наш сторож пропищит. Сигнал. Выключаю сторож и смотрим, что получилось. Овощи хорошо протушились в собственном соку. Смотрите, сколько соуса получилось. Очень простой и быстрый рецепт. Всем рекомендую. Подавать можно с любым гарниром, с рисом, с картошкой. Очень вкусное блюдо у меня получилось.